Ячмень, сорт Паустиан. Этот участок без удобрений. Предшественник ячмень. Это 5 миллионов. Это 1,5 миллиона. Ромовый сева 5 миллионов. Колосок здесь, ну, относительно небольшой. Он здесь разный. На 5 миллионах ячмень, конечно, выглядит лучше. 4,5 миллиона. 3,5 миллиона. Он здесь невысокий. 2,5 миллиона. Ну, то есть совсем какой-то никакой. И 1,5 миллиона. Это участок без удобрений. Это второй срок сева. Второй срок сева. Что здесь можно отметить? Отметить здесь можно только то, что со снижением нормы высева, естественно, вегетационный период у ячменя удлиняется. Но иногда увеличение вегетационного периода не всегда приводит к успеху, потому что может не хватить влаги, потому что нужно учесть, что влага испаряется. Ячмень-то он этим и хорош, что более короткий по вегетации. Именно вот для более засушливых регионов или когда действительно засушливый период, складывается, ну, для любого региона, когда такая получается климатическая особенность складывается, естественно, ячмень в этом случае будет побыстрее, чем яровая пшеница, и даст более высокий урожай. В этом же случае, когда ячмень не стрессует, ячмень расслаблен, как бы здесь может быть от этого и плюс, и минус. Минус, когда действительно засуха. Плюс, когда этой засухи нет. То есть он может восстановиться по стеблестою, сформировать большой колос, налить более крупное зерно. Это как бы плюс при определенных таких вот почвенных климатических условиях. Так что вот такие вот моменты бывают. Это просто поздний срок сева, и ячмень как бы не успевает за этим. Такая вот разница есть.